Приветствую, любительницы и любители пострелять. С вами вновь Эфемер Абстрактный, и мы продолжаем проходить Doom Eternal полностью на 100%. В этом видео вас ожидают секреты, предметы и испытания. На все это я оставлю тайм-коды. Ну и если вы не хотите смотреть совсем уж никак видео, есть еще ссылка на сайт. Там вы можете изучить в картинках и тексте все то же самое. Ну что, поехали на уровень Урдак. Итак, что касается испытаний. Первое. Найти игрушку, это без проблем. Убить 12 демонов в полете, тоже ничего сложного. И убить 5 тронов творцов попаданием точной стрелы в голову. Тоже абсолютно ничего сложного. Сложности будут возникать немножко в другом. Такой вот у нас красивенький зал, в котором мы появились. И, собственно, выходим. Зрелище. Поспешите. Созидательница рядом. Остановите ее, пока она не завершила ритуал и не получила контроль над иконой греха. Выходим вот к таким странным зданиям с нимбами и поворачиваем налево. Здесь у нас сразу есть страница кодекса, которая открывает первую вообще страницу среди истории творцов. Вот, если кто-то хочет почитать, то вот вам, пожалуйста. Ну и есть еще картиночка. Идем теперь в обратном направлении и активируем такой новый для нас оранжевый портал. Вжух! И это было просто. Дальше будет сложно. Дальше эти все штуки замучают Эфемера нафиг. Ну и, возможно, вас. Ну, те, кто играет, я имею в виду, они просто смотрят. Так. Есть у нас... У меня горнило полностью заряженное. Что? Так что идем дальше. Чтобы не запутаться, ориентируемся вот на зеленый цвет. То есть всегда у нас, куда нам надо, это зеленые штуки, кто до сих пор не понял. Вжух! 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 Да, если вы думаете, что это легко и просто допрыгнуть, то это ни черта не так. Так, давайте еще вот сюда сдвинусь. Что вот прям на излете разработчики сделали все это, чтобы мы как следует насладились полетами, блин. Ну, вот отсюда, сюда и еще черт знает куда. Эфемер смог, эфемер добрался. Так, ну и здесь небольшая такая микроголоволомка. То есть надо стрельнуть, прыгнуть. Сейчас я сосредоточусь. Вот, и залезь сюда. Здесь мы никуда не бежим, а просто вот оборачиваемся. Сверху кнопка. Ух, и появляется платформа. Она нас везет в далекие-далекие дали на стенку. Прямо. Со стенки, соответственно, прыгаем вот сюда. И здесь у нас секретная такая зона небольшая, которая содержит в себе жетон мастерства. Соответственно, если мы отсюда спрыгнем, то прыгаем к автокарте, ну или картографическому посту, кому как больше нравится. Теперь уже можно спокойно двигаться по меточке на карте. Собственно, здесь у нас просто вот такой вот коридор был.
Здравствуй, Серафим. Мы не сможем его контролировать! Впервые, кстати, Doom Slayer шлепнулся как мешок. Ну, просто имеется в виду в ролике, конечно. Под нашим управлением он не раз шлепался как мешок, но вот и в ролике он впервые так сделал. Итак, у нас здесь намек на то, что надо бы пострелять по дронам творцов. И отстреливать им надо конкретно голову. Как это ни странно. Соответственно, это у нас испытание одно. То есть ангел смерти. Второе испытание, резня в полете, также можно здесь поделать. То есть можно это все совместить, так сказать. Так, мне надо переключиться. И вот так это делается. Ангел смерти раз. Кстати, дронов будет еще фигово туча дальше, но разбираться по понятным причинам удобнее сразу на первой арене, чтобы потом у вас не было проблем, или было как можно меньше проблем. Зараза. Стойте, не вертись. Главное, не прибить их случайно лишний раз. Так, ну надо, наверное, все-таки пока поразбираться с другими демонами, пока они меня не поджарили здесь. Как они активны. Так, вот еще подъехали. А почему бы и нет? Раз он стоит, что я на него смотреть буду вечно? Ай, господи. Вот, уже случайно резня в полете, хотя я и не хотел. Ой-ой-ой-ой, не надо бип-бип. Да, господи, потерял попытку на ровном месте. Ну, сложно, сложно, все равно. Конечно, это не те испытания, которые до этого были. Там, на убийство боссов. Но даже вот это довольно нелегкое занятие отстреливать в определенных местах. Так, ну где? Это вот еще мешается тоже. Да, ёлки. На что ж такое-то? Не могу сосредоточиться сегодня. Не прогрелся эфемер. Ну ладно, у нас целых 16 попыток, тут уже все это не так уж и важно. В принципе, резню в полете можно сделать даже на этой арене, главное толстых
мобов не убивать, и будут респаться мелкие. Ну и, соответственно, приносить нам фраги. Эх, жалко бы двоих сразу. Ну вот, 4 из 5 это максимум, что можно сделать на первой арене по поводу... Блин, забыл испытание. Ангела смерти. То есть 5-го нету дрона. Придется его искать на следующей арене. По вашим просьбам я изменил звук. Не подчиняется Созидательница. На земле Титан с каждой минутой будет наращивать мощь. Надо отправиться следом через портал. Мы должны скорее открыть врата и вернуться на Землю. Так вот, по вашим просьбам я изменил звук с оригинального на новый, то есть из Дума Этернал. Теперь никаких жутких жжжж от этой самой нашей любимой пилы. Теперь только новые звуки от нашей пилы. Так, ну и давайте двигаться далее по сюжету. Так, нам предлагают добраться вон туда. Опять же, здесь долго висеть нельзя, потому что потом платформа упадет. А нам оно надо? Нет, нам оно не надо. Так. Здесь мы вперед идем. И, собственно, деваться нам особо некуда. Придется падать. Так, это вроде не ломучая стена, так что можно здесь немножечко подумать над своим поведением. Чуть-чуть. Вот еще резня в полете. Так. Энный раз не получается. Ой, ой-ой-ой. Ну окей, ну что поделать. Кстати, вернулся, получил броню, еще и больше стало, чем было. Так, здесь, значит, прыгаем выше. Ой, ой-ой-ой, главное. Главное не свалиться никуда. Потом оборачиваемся, прыгаем еще выше. И видим здесь страницу кодекса. Икона греха. Вот что пишут про недавно виденную икону греха. Такие жуткие вещи. Ну и так вот выглядит вон она, одно, не знаю. Значит, получили мы иконочку и смотрим вот сюда. Здесь, конечно, ни черта не видно, но если по карте глянуть, то вы увидите, что здесь есть секрет. Ну а если подлететь поближе, то уже увидите стену с трещиной. Ну и, конечно же, собственно, сам секрет с альбомом. Выбираемся и теперь уже в сюжетный люк ломимся. Сильно не разгоняемся, потому что вот здесь у нас попыточка. То есть вот у нас здесь далее такая решеточка, а сверху дополнительная жизнь. Ну, теперь уже можно вышибать тут все. Вот они, наши товарищи для резни в полете. Ну и все. Испытание изи-бризи завершено. Ну и тут вот тоже можно ангел смерти добить. Все. Испытание 2 выполнено, а остальное просто нужно найти игрушку. По сравнению с тем, что, через что мы прошли, это вообще никак не тянет. То есть должно по нарастающей же быть. А тут, ну что это такое? Кушай. Кушай, кушай, не стесняйся. Это нынче маленький у нас. Что-то эфемер развеселился прям. Патронов кого-нибудь взять. Что-то
с патронами у меня. Неважно. Итак, значит, зачистили мы вот такую арену. И здесь у нас есть такой блок зеленый. Вдаряем по нему. Ну, собственно, это сюжетный блок, но дело не в этом. По сюжету нам надо на вот эту статую. Мы на нее не полезем. Мы полезем в отверстие. Отверстие является секретом, который содержит в себе секретную стычку неожиданно. Вот такие моменты Doom сильно раздражает. То есть один раз затупливаешь, и все, и пошло все по... под откос. Давайте еще один способ попробуем изобрести. Давай же. Где тут есть? Да, вот такой вот странный пулеметный способ я случайно изобрел. Ну что я могу сказать? За кадром осталась вся ругань, посвященная разработчикам от Эфемера. Замечательными прыжками и допрыжками. Так, еще повыше. Идем мы вот в этот люк по сюжету. Ну и дальше не идем. То есть проломили и сразу оборачивайтесь. Вот там у нас знак вопроса. И это неспроста. Нам нужно вернуться. Ну а по карте это выглядит вот так. Так, и... последний альбом в игре найден. То есть, если вы собирали все альбомы до этого, вы получите достижение Metalist. В оригинале это Metalhead, но почему-то наши решили, что металлическая головка звучит как-то плохо или непонятно. Ну, я бы перевел металлическая башка, ну окей. Хотя, насчет нашей, я не знаю, кто переводил. Мне даже интересно, напишите в комментариях, какая команда переводила Doom Eternal. Так, значит, надо вернуться. Наверное, надо все-таки на шест прыгнуть. А то еще не долетим. Так, значит, заходим. Это уже по сюжету. И снова оборачиваемся. Не надо бежать на тотем и жестокость, потому что здесь вот у нас еще жетон мастерства. Жетон мастерства, ну, в хозяйстве пригодится. Ну и здесь у нас снова эти нехорошие творцы. А, ну еще где-то, да. Я совсем забыл, что здесь... это где-то, черт. Нам же сказали, что... ай, дырки эти. Посреди арены. Обожаю. Так, короче, надо найти тотем. Тотем здесь как-то очень фигово установлен, насколько я помню. То есть его сейчас не то что найти сложно, он стоит неудачно. А, где же он есть-то, а? О, ну конечно. Ну, кстати, в большинстве случаев тотем место свое не меняет. Что, у тебя хвост уже отстреленный? Так что, если вы нашли тотем один раз, то с большой долей вероятности вы найдете его в другой раз. Товарищ на салазка. Ну вот это уже посерьезнее.
кто заказал новые звуки пилы? Получите, распишитесь. Критический урон. Ой-ой-ой, что-то прям меня баронада прессанул здорово. Хорош. Не, новые звуки, конечно, лучше, чем старые, тут спору нет. Просто для ностальгирующих это не просто старые звуки. Такс. У нас здесь страница кодекса. Там она не просто так, она рядом с сюжетным вот таким ударным переключателем. Давайте почитаем. Скан Созидательница. Вот что про нее пишут. Ну и если кто не видел, вот так она выглядит. Ударяем. Ворота открываются, а мы должны на полном ходу успевать. Я прям на излете успел. Так, дайте мне брони, товарищ. Не жмотьтесь. А ты зачем пришел? Тебя вообще никто не звал. Один готов. Да и остальные, в общем-то, тоже. Все, всех успокоил. Что ведут на Землю, их нужно открыть. Для этого перенастройте телепортационные кольца. Поспешите. Чем дольше икона греха будет на Земле, тем сильнее она станет. Значит, полюбовались мы на телепортационные кольца. Точнее, одно тут, но тем не менее, раз говорят много, значит, еще есть. И смотрим на карту. Здесь у нас, вот где я встал, есть какой-то знак вопроса подозрительный. А что мы делаем со знаками вопроса? Правильно, мы их находим. Давайте выпрыгнем. Замедлимся. И возьмем игрушку Кан Созидательницы. Так, далее. Сюжет у нас, насколько я помню, может разделиться. Так, вот я не помню, здесь это происходит или где-то еще. Так. Нет, наверное, это чуть далее происходит. Ну ладно. Ладно, сейчас мы переместимся сквозь пространство. Ой, как давно импов-то не было. Все в сборе. Товарищ мародер, ну здравствуй. Итак, кнопка. Блин. Что ж ты мне делаешь? Что ж ты мне оружие-то переключаешь, когда не надо? А что ты будешь делать? А ну вот пес прям это нечто. Он жизнь потерял из-за неудобства стен местной арены. Да, вот чуть-чуть не повезло, и все, и загнали в угол, и стена помешала.
мрак какой-то на самом деле. Так, вот здесь у нас будет разделение. Ну и, собственно, рядом с переключателем как бы есть жетончик, но как бы и не совсем. Что мы, значит, должны сделать? Мы должны забраться вот сюда. Например, вот так. И это у нас секретный жетон претарианца. Так, выбираемся. И уже теперь точно нажимаем вот эту вот штуку. Теперь вставьте вегу, чтобы включить портал. Контроль получен. Задаю курс на земное измерение. Теперь я это вижу. Я отец доктора Хайдл. Скорее, займитесь остальными кольцами, пока не поздно. Очень важно быстрее открыть врата. Чем дольше икона греха на земле, тем больше набирается сил. Вот, то есть вегу мы, значит, вставили своего. И теперь у нас появилась развилочка. Так, еще проблем с образовались небольшие. Да, я вот пытаюсь понять, как этот дистанционный подрыв работает, и понимаю, что я не понимаю. Ну ладно. Собственно, вы можете пойти налево, а можете пойти направо. Вот куда захотите, туда можете идти. Соответственно, от этого вам нужно, ориентируясь на тайм-коды, выбрать именно правильный путь. То есть, или в тексте, если будете читать, не знаю, уж кто-то переключится, быть может, на этом моменте. То есть не пугайтесь, что видео немножко не совпадает, так как вы проходили. Просто у нас за всю игру единственная развилка появилась. Ну что ж, давайте пойдем, например, налево по логике. То есть слева направо будем проходить. Еще и мазанул. А вот и я. Что у нас новая неделя началась. Ой-ой-ой. И новые... Так, новые проблемцы. С нашим любимым. Архвилем. Не надо тут его. Это он делся у меня из поля зрения. Хватит тут призывать всякое. Патронов нема, ну-ка дай патронов. Так, можно считать, что мы первый портал типа подготовили к перенастройке, по крайней мере так написано слева. Теперь пора бы и предметцы поискать, я имею в виду, прежде чем вот идти вот на ту зеленую штуку или вот на эту зеленую штуку. Где-то тут у нас должны быть предметцы вкусные. Что-то эфемера потянула на хоббитцев.
Ну и, собственно, идем мы, значит, по вот этому пути, и здесь находим страницу кодекса. Она повествует о ангелах творцов. Ну, это фактически последнее, можно сказать, такое повествование коротенькое. То есть про расу творцов особо-то и ничего и как бы все равно неизвестно. Ну, то есть по минимуму относительно Земли и ада. Текс. Ну а теперь нам надо всего лишь навсего подняться вот сюда и забрать игрушку дрон творцов. Да, это одноименная игрушка. И больше-то нам здесь ловить нечего, теперь нам только дальше по сюжету. Насколько я понимаю, здесь нам без разницы, куда прыгать. Куда-нибудь нас так принесут порталы. Скорее всего, на еще одну арену. Ой, с тотемом жестокость, ой, как я это не люблю. Сейчас наваляют мне. Встаньте. Так, и тотем-то я не вижу. Это здесь, нет? Это было в прошлый раз. Зараза, попрятали. Где же он может быть-то, а? Блин, проще демонов перебить, пока найдешь тотем. Все, вы беззащитны перед волей палача. Ёжик, там еще и тиран. Окей, сейчас мы его оттираним в таком случае. А это было лишнее. Ой, как вас там много, какие вы все вкусные. Чего вы так окоченели-то? Самое. Завязывайте. Ой-ой-ой-ой. А блин. Так, мне нужны патронцы. Или хоть что-нибудь. Ну, можно и так, в принципе, здоровье себе поправить, почему бы и да. Мешаешь мне здесь. Так, где еще один киберманкуб? Мне больше мешает, чем сам тиран. С одним-то тираном проще, а вот с киберманкубусом, который постоянно зелень кидает под ноги, совсем неприятные вещи. Так, давайте ракеты что ли возьмем. Неожиданно кончился тиран. Ай. Фух. Так, ну что, пойдем искать секретные секретики. При том, что, походу, это вторая развилка. То есть, есть еще одна. Но мы в любом случае все пройдем, то есть абсолютно не важно. Так. По сюжету мы идем.
Потому что здесь, по-моему, по-другому никак. Просто я до этого проходил иначе. Блин, разветвление, офигеть. Ну, суть такая, вот у нас есть такой аквариум, в центре которого платформа подъемная, а за этой платформой, соответственно, жетон. Ну, или очко, как кому угодно. Собственно, поднимаемся на платформе. Топаем. Пихаем в Вегу и выходим снова на улицу. Но здесь вот нам надо посмотреть налево внимательно, потому что здесь у нас слабая стена, или как они там ее называют, которую, естественно, мы можем пробить и залезть внутрь. Но внутри нас поджидает дискетка с чит-кодом. Так-с. Надо бы жизнь поправить. Ну и, собственно, здесь у нас никаких вариантов нет, то есть только через вот этот портал. Порталы. Собственно, мы вернулись на ту же арену, с которой я только что улетал. Ну и, соответственно, здесь мы идем вот сюда. То есть в другую сторону от развилки. Уже как бы направо, условно. Это не надо падать. Кан-Созидательнице нужно, чтобы землю поглотили демоны, иначе ее мир погибнет. Так, вот здесь довольно сложное место, так как легко довольно промазать мимо этого шеста дурацкого. Ну и если вам повезет, то вы все-таки допрыгнете. Так, сейчас я быстренько разберусь с этими плохими. Можно будет наше изыскание с секретами продолжить. Ну и, собственно, после зачистки сразу открывается нам еще одна контрольная точка. Так. Мы находимся здесь, кто не понял, куда я вообще прыгал. И, вернувшись к шестам, мы видим треснувшую стену. Соответственно. Ну да, конечно. Окей, да, замечательно. Надо ломать через shift. Здесь у нас дополнительная жизнь и секретная стычка. Ну что ж, теперь надо как-то секретную стычку пройти. Ой, насколько я помню, там ничего веселого нет. Ну ладно, давайте попробуем. Ну да, очень весело вот это вот все, конечно. Критический урон. БФГ решает вопросы со стычками. Тикс. Нам нужно пройти до следующей арены. Не забывайте, что нам еще надо череп воткнуть обратно, чтобы дверца открылась. Так, ну нам тут без зачистки-то, наверное, никак. Одному кажется, что у меня персонаж стал сильнее, или меня просто таращит уже. Ой-ой-ой.
персонаж-то и стал сильнее. Вот Фемер как-то так же сражается. Так, давайте что ли кого-нибудь зарубим. Да, что ты творишь? Например, вот этого противного манкубуса. Хоть одного. Ай, пустите меня. Больше гранат. Кстати, а вот и я засчитывается только когда уничтожаешь в полете, в подлете. Но это, еще раз повторюсь, недельное событие. Ой-о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 й. Хорошие-то, а? Лохиши демоны. Что-то кишки наружу. Че я там выполняю, фиг его знает, читать неохота. Просто меня немножко выбешивает, что как минимум часть заданий еженедельных является батлмод. Ну не хочу я батлмод. Вот честно скажу, я попробовал, мне абсолютно не понравилось, потому что скиллы игроков абсолютно разные, кто-то может вообще на точке стоять тупо, притом он простоит все там 4 боя, грубо говоря. Кто-то бегает как, я не знаю, ужаленный, как, ну то есть его реально не попасть по нему, ничего с ним не сделать. То есть как бы смысл играть на своем уровне мастерства, то есть его не то что нет. Смысл-то есть, возможности нет. То есть вы всегда играете либо против слабачков прям откровенных, либо наоборот, слишком прокачанных людей, которые ну никак к вам. Ой-ой-ой, что я делаю, господи, все заболтался. Ну, в принципе, нам BFG-то уже и не надо, на самом деле. Потом поймете почему. Эфемер словил 29 уровень. Ужас, ужас, ужас. Фу. Так, ну и нам надо прогуляться далее. Когда творцы пробудили на Урдаке икону греха, они сломали печать. Поэтому теперь демоны могут проходить через пустоту. Вы принесли ее народу и этому священному месту вечное проклятие. Но все же икона привела сюда чужая поспешность. Тщеславие Созидательницы разрушило рай. Ух уж эта Созидательница. Ну и опять у нас здесь серия отличных обычных прыжков, которые лично я уже ненавижу просто. Ладно, давайте начинать. Вот оно прям на излете. Чуть не так, что и все. А здесь еще и надо успеть выстрелить. Фу, но мне в этот раз повезло. До этого я не знаю, сколько раз упасть успел, прежде чем прошел этот короткий отрезок. Я не знаю, зачем эти прыжки, вот реально. Они не нужны. Ну и, собственно, 3 портала в ряд. Это значит, появится... Кольца совмещены. Врата сквозь пространство на Земле открыты. Доберитесь до платформы и пройдите сквозь портал. Иначе Земле осталось совсем недолго. Вы, наверное, думали, что появится отряд Октября, но нет, появился портал на Землю.
оттуда. Нам, соответственно, нужно подняться на очередной платформе. Горите маленечко, мне тут надо восстановить броню моего Doomslayer'а. Так, ну и собственно смотрите, выходим, значит, после подъема здесь на улицу. И смотрим налево, потому что у нас слева есть вот такой вот знак вопроса. Разбегаемся и забираем игрушку призрак. Эта игрушка, если не ошибаюсь, да, не ошибаюсь, это последняя игрушка в игре. То есть вы получите достижение, если у вас предыдущие, на всех предыдущих уровнях игрушки собраны, и вы впервые получаете на одной ячейке сохранения достижение, то оно, это достижение появится и в Steam. Ну, может быть, еще в каком-нибудь карабоксе или где вы там играете. Там уж я не знаю. Так. Ну и снова серия прыжков. Надеюсь, мне повезет. Хоть они типа простые, но даже здесь можно пролететь мимо. Ну хоть по... А вот и я попрокачиваю, хотя что-то смысла в этом, не знаю, кажется, нету. Кстати, если в голову стрелять с дробаша этим дроном творцов, то с них еще и патроны сыпятся. То есть подтягиваемся на крюке, делаем чуть выше ствол и получаем патроны. То есть бензопила как бы на этом уровне становится немножко третьестепенным оружием. Так, идем мы, значит, сюда. Здесь у нас, видите, лучи добра. Ну или добра. Поэтому загадка, как открыть. Ну а здесь у нас какой-то бассейн. Каким-то там кракен, короче, плавает такой страшный. Вот, и нам как бы намекают на то, что, видимо, придется сюда погружаться. И здесь вот за стеклом затреснувшим зеленой почему-то фигней. Давай, пробивай. Есть спуск для воды! Неожиданно, правда? Пробиваешь стекло, вода убывает. Хотя вот здесь вот получается она убывает чисто в эту комнату. Слилось воды гораздо больше. Ну и плюс ко всему, я тут болтологию развел. Есть дополнительная жизнь. Не забудьте ее забрать. В хозяйстве всегда пригодится. Так, соответственно, воду мы спустили. И теперь нам открылся вот такой череп. Силовое поле исчезло, и в смысле, мы можем пройти внутрь. Созидательница рядом. Она ни за что не выпустит вас отсюда живым. Когда в ее груди находится сфера, она неуязвима. Не станет сферы, и ее можно будет сразить. Мы выживали тысячелетиями. Очень многие приносили жертвы ради нашего процветания, чтобы в будущем самим обрести искупление. Кто ты такой, человек, бывший смертным, чтобы отвергать наши обычаи? Знакомьтесь, Кан Созидательница.
Тут вам, в общем-то, все показывает, но от себя я могу только добавить, что лучше всего фигачить по нее самонаводящейся ракетницы. Вот. Как только она получила достаточно урона, это 3 залпа примерно, вы подтягиваетесь к руке и не стреляете, подчеркиваю, это ошибка стрелять, а именно фигачить ее кулаком. Таким образом, мы видим вот здесь вот сейчас серое, у нее есть 6 шкал. Вот пока мы 6 раз ее кулаком не просандалим, ничего не будет, то есть босс не будет побежден. Босс, в общем-то, легкий, но при этом может доставить неудобство, потому что урон проходит по площади. То есть в конце, уже где-то на 4-5 вот этом делении желтом, у вас могут начаться проблемы по хождению по поверхности. Ну что, давайте попробуем замокрить босса. Черт, чуть-чуть ей не хватило, ну, смотрите, что. Ну, окей. О нет, по мне попали. Ну а между делом придется вот патроны брать именно вот из этих товарищей. То есть стреляем в голову. К сожалению, никакой другой возможности нету. То есть смотрите внимательно, сколько у вас есть ракет, как я уже говорил. Надо примерно 3 залпа. И видите, уже все внизу покрыто всяким непотребством. Так, то есть долго думать тут нельзя. Прям вообще нельзя. Да господи, не попал что ли? Ну ёлки-моталки, а. Вот еще такие приколы могут быть. Тогда вам начнут советы сыпать. Дай патронов-то, зараза. Сейчас попробуем. Так, нет, так не получается. Это какие-то немножко другие, как будто бы, дроны. Давай сейчас я, наверное, попытку потеряю. Давай хоть так. Осталось немного. Но самое сложное, в общем-то. Потому что видите, что она начинает вытворять? Всякие прям совсем-совсем непотребные вещи. Попасть не могу. Давай, 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 давай. Попытка минус. Вот когда попыток у вас не будет, вот тогда будет весело. То есть это вот фактически сейчас проигрыш был. Срочно!
пулей летели, значит, желтый шар в небо, и какой-то голос сказал: нет, ну чё, за что? В общем, пока ничего не понятно. Дальше я не проходил, поэтому даже спойлерить не могу. Так, два кровавых удара. Ну окей. Давайте проверим, что я ничего не забыл и все прошел. Вот, ура. Демоническая угроза, естественно, вся кончилась на боссе. Испытания все пройдены. Надеюсь, смог вам помочь. Ну и видео я это завершаю. Если вам нравится, подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик, если хотите следить за новыми видео. В соцсетях можно следить за новыми статьями, выходящими на сайте, которые я выкладываю. Ну и, конечно, донатам Эфемер всегда рад. Яндекс.Деньги. Ссылочки будут. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео. Пока!